Друзья, с вами снова я, Иван Фабро, и я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня пару слов хочу сказать о покраске улиц, так как многие звонят, спрашивают, как я крашу, чем я крашу свои ульи. Крашу я ульи, вот в данный момент я покрасил последнюю партию, чуть-чуть больше 50 корпусов, водоэмульсионной краской. Почему использую именно водоэмульсион? Ну, я подумал, что это как бы не серьезно, но в моем варианте, так как я использую, вернее, провариваю ульи парафине, кстати, видео можно про проварки ульев посмотреть в правом верхнем углу, там есть видео, как я варю ульи, и поэтому я использую именно акриловую фасадную краску, водоэмульсионку. Раньше я использовал водоэмульсионку фирмы Снежка, покупал насколько оно эко, я не знаю, но так было написано, в принципе, за 4 или 5 лет пчелы себя чувствуют вроде бы, как по мне, нормально, никаких негативных последствий я не увидел. В данный момент на больше чем 50 корпусов я купил краску Снежки не было, купил другую, тоже эко, но почему выбрал эту? Потому что написано, что она позволяет поверхности дышать и стойка к мытью. То есть в моих условиях, так как ульи находится на улице и так, от атмосферных, так сказать, явлений от дождя, я думаю, она будет более устойчивой. Почему я крашу именно водоэмульсионкой? Потому что, как повторюсь, потому что я провариваю в парафине, и водоэмульсионка хорошо подходит именно для этого варианта. Если не проварить в парафине, то, конечно, такой вариант покраски, я думаю, не подходит. Применяю матовую водоэмульсионку, так как есть еще глянцевая, но в моем случае я думаю, что глянцевая будет делать пленочку, и при пропитке ульев в парафине она будет как бы чуть-чуть отталкивать парафин. Хотя это все как бы, я думаю, что и этапы пропускала. Я сначала крашу ульи, а потом варю в парафине. Что мне нравится в этой эмульсионке, это то, что она стоит недорого. Крашу я пульверизатором ее ульи, и совсем расход очень мизерный. И вот в моем случае ведро стоило 98 гривен, и на покраску своих ульев я потратил всего 100 гривен. Как бы дешево и сердито. Ульи, краска на ульи держится в принципе нормально. Я на сегодняшний день как бы доволен, меня полностью устраивает. Что еще очень хорошо, что так как водоэмульсионка стоит недорого, ее всегда можно взять ульи и обновить буквально за час. Она высыхает даже быстрее, чем за час, и ульи у нас будут практически новые. Ну, а сейчас хочу вам показать эти ульи, которые уже проработали несколько лет в эксплуатации, которые находились у меня на улице все время, под дождем, снегом, солнцем, и как они себя чувствуют на данный момент. Так что приглашаю вас на свою пасеку. Вот так выглядит моя пасека, которая крашена полностью водоэмульсионкой и проварена в парафине. Состояние ульев, как видите, вот это нуклеус. Но нуклеус не используется круглый год, хотя эти нуклеусы у меня и зимуют точно так же на улице. Ну, не все. Можно перейти к ульям. Вот, например, ульи. Есть краска, которая как бы на корпусах очень хорошо держится, а есть, которая как бы более потерта. Ну, это зависит, опять же, от самой доски. И я думаю, что как бы это очень влияет. Вот, например, у меня ульи где-то около 4 лет, и вот их состояние. Я красил белой краской, вот видно, есть потертости. Эта желтая краска, она при проваривании в парафине совсем не стойкая, она выгорает сразу. То есть это она цвет такой приобрела после проварки, не со временем она так выцвела. Хорошо держится синий цвет, зеленый, ну и белый. Вот, например, улей, видно, это
тоже. Все они у меня стоят, зимуют на улице. И как бы я их не заношу, они круглый год у меня на улице, и вот такое их состояние. То есть по происшествии 4 лет я считаю, что состояние ульев, покрашенных водоэмульсионкой, удовлетворительное. Ну, как бы есть, я не скажу, что это идеальный вариант, но тем не менее меня устраивает. Вот, допустим, улей тут уже, как видим, вот нижний корпус белый, верхний, например, и синий. Вот их реальное состояние, то есть краска потерлась. Понятно, что это все равно водоэмульсионка, она смывается. Но я еще заметил, почему такое состояние. Так как при поварке в парафине я первый раз их варю 10 минут и второй раз окунал на 10 секунд. Так сказать, придавал пленочку на поверхности. И поэтому я подозреваю, что некоторые корпуса как новые, как будто вчера покрашенные, а некоторые корпуса более потертые. Почему они потертые? Именно потому, что когда я уже начал проваривать там другие партии ульев, то я перестал их опускать на 10 секунд. То есть я не стал делать им пленочку. Так что те, кто проваривают в парафине, они, я рекомендую все-таки второй раз опускать, делать пленочку. Поэтому вот, например, есть корпус. Это все корпуса в работе, это не то, что один корпус работал, один стоял. Это не все в работе, просто вот видим, один нижний корпус более как новый, а верхний корпус более потертый. Это все именно от того, что нижний корпус с пленочкой был, я опускал на 10 секунд, а верхний корпус я не проваривал 10 секунд. Вот такая же картина на другом улье. Желтый он стоит, ну он не такой-то желтый, но тем не менее. Вот так, такое состояние водоэмульсионки по истечению 4, а может и 5 лет, уже не помню, когда я первый раз начал красить. Ну, в принципе, в целом, если смотреть на пасеку, они все разноцветные, как бы состояние, как по мне, удовлетворительно. Так что водоэмульсионка стоит не так-то дорого. Всего-навсего там ведро я потратил на 50 корпусов, там, грубо говоря, 100 гривен. Но это зависит еще от того, какой слой наносить и так дальше. Если не проваривать парафине, то, наверное, естественно, водоэмульсионка облезет сразу. Но в моих случаях, как бы я провариваю, то меня водоэмульсионка устраивает дешево и сердито. Что еще меня подкупает, что я могу достать вот этот корпус, когда он, или вот эти два, например, и с водоэмульсионкой их обновить, так как водоэмульсионка сохнет буквально там за считанные минуты, в течение часа, так сказать, корпус после покраски уже готов к использованию, то не составляет труда обновить эти корпуса, освежить, так сказать. И я считаю, что вот уже 4, пускай, год прошло после покраски, еще, я думаю, несколько лет можно их не красить, эти ульи. Но всегда можно их с пульверизатора, это буквально с минуты уходит на то, чтобы их обновить и сделать новыми. Вот такое видео получилось у меня по покраске, по чем я крашу. Ну и немного расскажу по покраске пенополистирола и пенополиуретана. Вот у меня есть улей Нуклеус от Дениса Фадеева и Алексея Фролова. То это улей с пенополистирола. То я их красил, и как по мне это наилучший вариант, обычной ПФ краской, эмалью. Во-первых, получается как защитная пленочка сверху делается, и полистирол у нас защищенный. И в то же время вода очень хорошо стекает. Я, как бы можно было с пульверизатора, но я не заморачивался, просто щеткой покрасил их и все. И то для пенополистирола обычно эмаль ПФ 115 очень хорошо и, как бы, как по мне, неплохой тоже вариант. Нуклеусы у меня пенополистирольные польские. Я тоже красил эмалью. Вот можно посмотреть состояние. Вот 4 или 5 лет прошло. Тоже краска эмаль.
пенополистирол, и ничего не облазит, ничего не отлущивается, все нормально. Вот могу показать еще один, вот зеленый. Это уже 4 или 5 лет прошло, этому нуклеусу краска, эмаль не облазит. Новые свои нуклеусы от Дениса Лебедева я получил уже крашенными. Они крашены, это нуклеус пенополиуретана, по-моему, да. То они уже приехали крашеные, они красились... Это какая-то грунтовая краска или как там, тоже акриловой краской красились. Посмотрим, как они будут себя вести. Ну, вот как бы и все по покраске нуков пенополистирола краской эмалью и по покраске моих ульев, ну и тоже нуклеусов водоэмульсионкой. Вот такое состояние. Да, потертость есть, ну, как бы все удовлетворительные, ульи разноцветные, меня пока все устраивает. Я думаю, что это неплохой бюджетный вариант для покраски. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Спасибо, что посмотрели мое видео. До новых встреч. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал еще. Ставьте лайки, делитесь видео. До новых встреч. Всем пока.